עליכם. אסור לאכול או ללמוד חצי שעה לפני זמן הדלקת נרות. נלזה נם קושץ אילי פיץ פול צ'סה דו תבוא כך צ'לווק זז'גאית חנוכל נס סווצ'י. ואפילו התפלל מנחה וערבית מבעוד יום עד שהדליק נרות חנוכה. דאז'י אסל צ'לווק וז'ו פמלילסה מנחה יערבית זה בלגברי מנה перед зажиганием свечей выдавка саудат кева. И что не разрешается делать сауда? Сауда это с хлебом. Вагу йотерми кабецат пат. Это больше, чем кабеца. Это как яйцо. Это 56 грамм. Авал бепахот микан. Вахена хлят пирот в кроме мутар. Но фрукты и меньше, чем 50 грамм хлеба разрешается. Вахен асур ли латхиль бемелаха. Обалимуд лифнейша адлик нер ханука. И нельзя, не разрешается даже начинать изучать Тору или же работать, начать какую-то работу за полчаса до зажигания хануки. В нагод нашим чело ласот малаха баота нер нердокот бежухадухад. Эн лакел лаэн. И написано, и женщины во время, когда свечи горят, не делают никакой работы, потому что нужно сидеть и любоваться свечами. То есть не нужно там полы вытирать и так далее, когда свечи горят. Баруха Адонай леолам. Амин.